и гости нашего сегодняшнего мероприятия. Я прошу всех присоединиться к нам сюда на середину. Давайте поприветствуем нашего гостя, депутата Московской городской думы, председателя комиссии культуры, спорта, молодежной политики Щитова Кирилла Владимировича. Всем добрый вечер. Хотел поздравить с открытием зимнего сезона, уже официального. Мы еще тут стремились успеть сделать пешеходный мост. Успели, на прошлой неделе открыли пешеходный мост через городню, чтобы было удобнее ходить на каток. Так что все успели, все сложилось с началом зимы, с началом сезона. Ну и хорошего катания. Да. Всех поздравляю.